Обеспечение квартирами детей-сирот стало также одной из тем совещания. До конца года в регионе собственное жилье должны получить 247 человек. Как сообщил заместитель губернатора, начальник департамента строительства и транспорта Владимир Базаров, основной этап сдачи жилых помещений запланирован на декабрь. Сейчас с планом справились уже в 6 муниципалитетах области. В свою очередь губернатор отметил не самую высокую динамику в работе и продолжит держать вопрос под личным контролем. То есть фиксируем, что до конца года мы все объемы выполняем. Протокол тогда записываем. Повторный доклад на следующей неделе.